Добрый день, дорогие любители футбола. Ну что ж, буквально через минутку начнется первый матч в этом году для нашей команды. И в соперниках волгоградский «Ротор». Ну что ж, все готово к началу матча и ждем стартовый свисток. Вот и матч начинается. Итак, «Виста» Геленджик, «Ротор» Волгоград через оборону разворачивает. Ротор атаку на противоположный фланг. Ну и в принципе это удается, и дойдет ли дело до кросса. Подача штрафную и удар. Еще один удар выше, здесь будет угловой. Ярослав Матюхин. Ну что ж, полчаса футбола мы с вами увидели. Наверное, этого уже, наверное, достаточно, чтобы команды поняли, как по этому полю играть. И вот Виста атакует. Изичуку, перевод на Батиги. Батиги. Адебайо пробил и выше ворот мяч. Эмнель Джон. Качнувшись соперника. И в атаке Виста. Усмана Джбона пробил и выше ворот. Пытается Ротор организовать атаку под занавес первого тайма. Но доведут ли дело до удара или нет. Прострел, и вот он первый мяч, мог улететь в ворота, но справился здесь Амир Идрисов, и Оби подстраховал, можно сказать, с ленточки мяч вынес. Остается мяч у Виста, поэтому свистка нет, тут мяч в руку и попал. Отбивается Ротор, Оконко, скидка под удар, Окики, снова Окики с мячом, рядом Оби, получает мяч Оби на правом фланге, Бабандиае. Усмана Джбона в касание, ну и Оби удар в ближний угол, и голкипер на месте. Отворот Амир Идрисов. Ну вот, собственно, и свисток на перерыв. Поехали. Первый тайм закончился 0-0. Поменяли составы в обеих команд. Перед. Передача в центр. Ахмедханова сыграл, Ахмедханов снова с мячом. И вот первый мяч влетает в сетку ворот. Амир Идрисов не успел к этому мячу, и Ярослав Матюхин не стал в контакт вступать. Ну, радует, что у нас практически весь футбол, да, мяч внизу находится. Редко мы видим какие-то длинные передачи. В основном все стараются комбинировать. В атаке Виста. Вот кросс в штрафную, Адеинка. Не удалось. Мяч нашим нападающим принять. Нет нарушения правил. Зимба. Вперед на правый фланг, и Виста атакует. 2-3 выход. Адеинка, удар в ближний угол, голкипер справляется. В атаке Виста. Будет удар по воротам или нет? Значит, уже штрафной удар, и справляется. Вот, о матчах, которые нас ожидают с вами впереди. И вот и гол. Забивает Ахмедханов. 2-0. Счет становится. Посмотрим. Еще раз повторим. Выпадает. Да, есть. Еще главу вам. И все столько же зубов у арбитра. Все. Финальный свисток. 2-0. Ротор одержит победу. Ну а мы с вами прощаемся. Впереди будут еще игры. До новых встреч, пока-пока.